Бесполезно. Нет у тебя души. Должно быть, нет. А в жилах лунный свет? Быть может, да, быть может, нет. Скажи мне на прощание, бес или ангел ты... Чужая тайна, оставим это. Если сейчас в России настоящий наблюдатель, который мог бы написать книгу о голоде, человек, который хочет есть, который хочет курить, о прежних щедрых скоретных, о прежних скупых щедрых, и, наконец, обо мне, поэте, женщине, одной, одной, как дуб. Как Бог! Бог нам в глаза! Ах, как бы я воспитала Алю в 18 веке. Какие туфли с пряжками, какая Библия с застежками и какой танцмейстер. Vous êtes ma reine, la reine de France. Вы моя королева. Ты не слышишь грома? Нет. Роза не дрожит? Нет. Кто на вид прекрасней? Сравнивать излишне. Какая тишь. А здесь в груди гремит... Что, кажется, в самом Шенбруне слышно. Так и не скажешь, кто? Жако, Жермен? Ну, проберем же мы его. Лозен. Как вы бледны. Столь забывчивы. Читать Ленина, но он бы ничего не понял. Вы здесь живете? Нынче здесь. А завтра? Графский вкус. Святой Иисус. Диван, комод и люстра. Все как у господ. И пол коврами условились. Иге. Забудешь Генриетту? Что ты читаешь? То, что на стекле написано. Нет, не здесь. Левей, алмазом. И Генриетта. Гостиница, весы, часы. Спаси мой разум алмазом по стеклу, кольцом, кольцо 13 лет назад. Эй, кони, мчите! Какое страшное у вас лицо. В новогодней метели. Последний час 1799 года. Казанова, 75 лет. Бумажный. Хочешь, пополам поделим мне, дружок? Урок? Вам, Роза. Помню, на сбок Тереза. Нет, Манон. Осел. Вот. За то, что все писали и все бросали. За сынов, за 40 000 казанов, которых я крестил, которых всех по ветру пустил. За порох, растраченный по всем дворам, дворцам, ветрам, мирам, морям. Вот вам застежки, вот вам пряжки. Вот герцогини, вот монашки в одной рубашке чаши без. Вот вам три полчища чудес под пологом. Вот сволочь сегодня, любовь, чьей милостью сегодня я так встречаю Новый год. Вот. Зайдет. Весь водомет. Все